Сегодня я купил пачку сосисок. Киевский мясокомбинат. Сосиски. С искоринкой высшего сорта. Фирмовый рецепт. 120 гривен килограмм. 120 с чем-то, вернее. Ну, между 120 и 130 гривнами. За килограмм. Это где-то около... 3. Да, 3 доллара килограмм. Так, высший сорт. Смотрим, с чего сделан высший сорт. Это интересно. Склад мяса 76%. Свинина, яловичина и птица. Наверное, больше птицы. Не регламентирована птица. Сало бокове, вода, сіль. Короче, понятно. Ну что ж, будем надеяться, что высший сорт, поэтому хороший. Разрезаем. И смотрим. Так, ну с дыркой попалась какую-то. Так, пробуем. Хорошая. Вот такие сосиски со скоринкой. Ну, естественно, их надо варить.